Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на православном портале «Экзегет» мы с вами продолжаем беседовать о таком примечательном и привлекающем всеобщее внимание именно в эти дни регионе, части Святой Земли, как сектор Газа. И вот мы с вами побеседовали уже о древнейшем периоде истории этого, ну, одного из самых старинных вообще на Земле городов. И в предыдущей беседе говорили о том богатом христианском наследии, с которым связано на самом деле имя этого города и его пределов. Ну а сейчас поговорим уже о последующей и в том числе средневековой истории этого города. Поговорим о том, каким образом произошло то, что вот он сделался именно таким местом, на котором сошлись вот такие драматические обстоятельства нашего с вами времени. Итак, мы с вами завершили наш рассказ о Газе на том месте, когда в его истории, когда власть над городом и его пределами переходит от христиан к египетским мамлюкам. Что же это были за такие мамлюки, которых не стоит, совсем не стоит путать с маленькой рыбкой мамилюк. Мамлюк – это такое слово, скорее, египетско-тюркского происхождения, которое означает собой, ну, изначально означает собой понятие «невольник». Дело в том, что мамлюки – это, ну, что ли, начало того явления, которое нам с вами, может быть, более известно под именем янычар. То есть это такая особая воинская прослойка, которая впервые, по всей вероятности, появилась в мусульманском Египте еще в IX и даже, может быть, в VIII веках истории мусульманского Египта. При Фатимидах, уже тогда, во времена правления этой династии, правившей египетским государством, начинается такая практика, как обращение невольников, воспитание невольнических детей и юношей в качестве профессиональных воинов. Изначально этой участи, как правило, подвергались те, кто был захвачен в плен среди других каких-то народов, чаще всего не мусульманских народов. Ну а впоследствии, в общем-то, осуществлялся и целенаправленный выкуп, либо вот такая вот вербовка юношей в ряды вот этих самых мамлюков. В XII веке одним из главных источников вот рекрутского набора в эти мамлюкские воинские части были в основном уроженцы половецких степей, то есть фактически наших с вами современных российских пределов. В древности, как мы знаем, здесь, в этой степной зоне Дона, Причерноморья, существовало половецкое государство Дешт-Кипчак, государство кипчаков. Вот именно из этого тюркоязычного государства, таких лихих степных наездников, прирожденных воинов, как правило, путем пленения, а чаще просто выкупа, в рабство, в невольничество, и формировались вот эти вот мамлюкские военные институты Египта. Но кипчаки, половцы являлись не единственным источником. Впоследствии достаточно много мамлюков имеют происхождение кавказское, черкесы, адыги, предки современных абхазов, грузины, в первую очередь те из грузинов, которые приняли мусульманство,
албанцы, греки, южные славяне пополняют собой ряды вот этих мамлюкских образований. Надо сказать, что зачастую сами родители отдают своих детей вот в эти мамлюки вполне охотно, добровольно. И дело здесь не только в том денежном вознаграждении, которое они получают за то, что продают рекрутам мамлюков своих детей, но и в том, что для их детей вот судьба мамлюка была возможностью сделать себе, ну, зачастую блестящую совершенно карьеру. Дело в том, что вот эти воспитанники вот этих мамлюкских корпусов, в которых они воспитывались с самого такого раннего возраста, они, помимо великолепной воинской подготовки, владения всеми возможными видами оружия, всеми возможными военными искусствами того времени, получали еще, надо сказать, и разностороннее, блестящее мусульманское образование. С ними занимались учителя, они изучали основы исламского вероучения и закона, причем изучали зачастую довольно глубоко. И впоследствии это давало им возможность вот такого, ну, своего рода социального лифта, возможности возвыситься, сделать себе карьеру, даже получить не только высокие воинские звания, но, конечно, в том случае, если им не предстояло погибнуть на многочисленных полях сражений, которые они вели, но получить и дворянство, дворянское достоинство, выйти, так сказать, на заслуженную пенсию, которая для них начиналась, в общем, достаточно уже ранним по нашим меркам возрасте, как для военных. Несмотря на то, что, будучи в статусе мамлюков, они должны были соблюдать, естественно, такое вот, ну, безбрачие. После того, как они уже заканчивали срок своей службы, они могли жениться, занять какие-то государственные должности, военные руководящие должности и, в общем-то, добиться, конечно, такого положения в обществе, которое никоим образом не было доступно, достижимо для тех, большей частью, бедных семей, выходцами из которых они изначально являлись. Эти мамлюки также известны впоследствии как арнауты, и живописанию их быта, правда, уже такому довольно позднему, посвятил многие из своих полотен знаменитый французский художник Жером. Вот этот военный институт мамлюков был впоследствии заимствован турками-османами, среди которых он стал известен под именем Янычар, а сами эти мамлюки просуществовали достаточно долгое время, вплоть до 19 века, и продолжали оказывать достаточно серьезное влияние вообще на всю внутреннюю жизнь и на всю политику египетского государства. Ну, как же произошло такое, что вот изначально невольники, да еще и не арабского, не египетского, собственно, происхождения, сумели добиться вот таких вот высот и основали свои собственные династии. Произошло это как раз-таки в связи с крестовыми походами. Дело в том, что в Египте на тот момент правившая династия аюбидов, она уже как-то пришла к своему вот такому закономерному концу. И перед угрозой нападений, продолжающихся нападений крестоносцев, которые перенесли свои усилия на Египет, мамлюки вынуждены были взять власть в свои руки, сбросить последнего аюбидского правителя Тураншаха, убив его. И вожди мамлюков захватили власть, как раз-таки руководители этого мятежа,
впоследствии сменяли друг друга на вот этом посту египетских султанов. И, наверное, самым известным из них является знаменитый Бейбарс. Единственное, что на самом деле объединяло мамлюков и было таким характеризующей их чертой, помимо их воспитания и принадлежности к воинскому сословию, была их, конечно, такая всеохватная ненависть к христианству. Поэтому мамлюки на своем пути, добившись власти, уничтожали христианство везде, где только могли до него дотянуться, в особенности, конечно, христианство латинское. Именно Бейбарс в 60-е годы XIII века ответственен за разрушение весьма и весьма многих памятников присутствия крестоносцев на Святой Земле и, в первую очередь, конечно, их замков и крепостей. Именно мамлюки наносят окончательное поражение остающимся еще до конца XIII века и самого начала XIV века на Святой Земле крестоносцам, изгоняют их из Акры, последнего города их пристанища, и отбивают все последующие атаки крестовых походов на Святую Землю. Тем не менее, мамлюки позволяют христианскому населению православного исповедания продолжать жить и сохранять верность своей религии на Святой Земле, и под властью мамлюков и в Газе продолжается и сохраняется христианское присутствие, хотя город становится частью этой мамлюкской державы. И надо сказать, что блистательное правление мамлюков продолжается с середины XIII века по начало XVI века. В том числе именно мамлюки отбивают и прекращают весьма успешный и мало кому известный монгольский крестовый поход на Святую Землю. Вот это один из тех стереотипов, которые также существуют в сознании многих людей, наряду, так сказать, с мусульманами-террористами сектора Газы. Это вот представление о Золотой Орде, о Золотоордынском государстве, как тоже о государстве исключительно мусульманском, ассоциируемом только вот с татарами-мусульманами, с монголами, которые, в общем-то, были такими убежденными последователями ислама. Ну, надо сказать, что ничего подобного, и до 1266 года ничего такого о Золотоордынском и вообще ордынском государстве сказать нельзя. Более того, примерно треть вот тех, кто принимал участие вот в этом движении так называемых монголо-татар на запад из глубин восточных степей и пустынь Монголии, примерно треть из них составляли христиане. Одно из крупнейших племен монгольских, кераиты, исповедовали христианство в несторианском своем варианте. И именно поэтому им были очень близки нужды и чаяния сирийского, в основном тоже несторианского населения. И вот в ответ на призыв сирийцев, которые продолжали нести, так сказать, над собой иго мусульман, хулагиды, такая определенная часть, христианская часть монголо-татарского войска, совершают крестовый поход на Сирию и на Святую Землю. В середине XIII века они захватывают Дамаск, полностью вырезают там всю мусульманскую элиту, верхушку, ставят на все должности Дамаска и Сирии христианских правителей и чиновников,
И затем начинают такой достаточно быстрый, победоносный поход на Палестину и далее на Египет. И вот именно чуть севернее Газы, в местечке Айн-Джалут, они были остановлены вовремя как-то собравшими все свои силы мамлюками. Здесь, к сожалению, трудно сказать сейчас уже, правда, и давать какие-то оценки этим историческим событиям. Объединенное войско монголов, на тот момент уже изрядно измотанное непрестанными переходами и военными действиями, оказалось разбито египетскими мамлюками. И так был завершен около 1250 года, был завершен вот этот вот такой, ну, один из последних масштабных крестовых походов, в котором принимали основное участие отнюдь не рыцари из замков Западной Европы, но рыцари и витязи из монгольских и в том числе южно-русских степей. Ну а мамлюкское господство, как мы говорили, продолжало сохраняться, пока конец ему не был положен как раз-таки именно в пределах той же самой Газы. В южной части современного сектора Газы находится населенный пункт, достаточно крупный город. Вы можете слышать его название в нынешних сводках о происходящем там. Это город Хан-Юнис. Город этот был основан одним из местных эмиров в конце XIV века, в 1389 году, на месте постоялого двора хана и ребата, такой небольшой крепости, которая должна была следить за попытками высадки на побережье христианских, ну, не только христианских пиратов, которые тогда хозяйничали в Средиземном море, нападая в том числе и на палестинское побережье. В честь своего основателя этот город и в память, так сказать, о своем начале как постоялого двора получил имя Хан-Юнис. Именно у этого самого города Хан-Юнис в 1516 году происходит решающая битва между тогдашними уже, можно сказать, фактически городами, господами всего средиземноморского мира, турками-османами, не только средиземноморского, и еще сохранявшим свои силы, но уже ветшающим, приходящим в упадок государством египетских мамлюков. Мамлюки оказались разбиты здесь, как раз-таки именно в секторе Газа. И Египет также подпал вместе с Палестиной под власть турок-осман. Под этой властью, как мы знаем, прошли следующие, ну, практически 500 лет жизни Святой Земли с 1516, ну, 400 лет, да, если так практически надо сказать, буквально год в год, с 1516 по 1916 годы, когда здесь уже турки вынуждены были уступить во время Первой мировой войны на этом театре военных действий силам британцев. Надо сказать, что именно тогда уже происходит обстрел и бомбардировка Газы с моря британскими военными кораблями, бомбардировка, которая в значительной степени повредила и сам город, и великолепную центральную мечеть этого города. Как видим, бедствия Газы начались не сегодня и не вчера, но имеют достаточно долгую историю, как города, на который постоянно покушаются различные власти имущие этого мира. Эти 400 лет проходят, конечно, для Газы с всевозможными, конечно, притеснениями и утеснениями для христианского населения, как, собственно, и всей Турецкой империи, так и этого города, и этого региона. Но, тем не менее, православные греки и сирийцы, которые продолжают
жить в Газе и ее окрестностях, тем не менее хранят бережно и свои храмы, к числу которых относится упомянутая нами церковь святителя Порфирия Газского, и свои святыни. В какой-то момент наступает для них облегчение, когда египетские войска Мохаммеда Али, сына Ибрагима Паши, правителя, который выступал за политическую независимость Египта, устанавливают на краткое время контроль и владычество, в том числе над Палестиной и в том числе над Газой, изгоняют отсюда турецкую администрацию, всячески поддерживают арабоязычное население, в том числе и православное, христианское население этих мест. Но, к сожалению, ввиду того, что египетские правители арабские не нашли поддержки ни у Франции, ни у России, каждая из которых выбрала все-таки поддержку и, возможно, ошибочно Турецкой империи в этом конфликте, турки опять вернулись в Газу вплоть до начала 20 века, когда были окончательно изгнаны отсюда британскими войсками корпуса генерала Алленби. И здесь начинается, так сказать, новая страница жизни Газы под британским мандатом, страница, во время которой весьма и весьма сильно обостряется противостояние еврейского и арабского населения всего региона, и в том числе завязывается вот такой вот крепкий узел нынешнего противостояния арабоязычного и еврейского населения Газы. Надо сказать вообще, что в Газе традиционно и в течение многих веков существовала и еврейская община. И на середину 13 века число иудеев в Газе было третьим по величине в Палестине после Иерусалима и Цфата. Здесь жили достаточно многие знаменитые учителя еврейского закона, поэты, раввины, и поэтому Газа, в общем-то, имела для иудеев не только Палестины, но и всего мира достаточно большое значение. И поэтому палестинские евреи так пытались вот продолжать держаться за свое присутствие в Газе, откуда они были изгнаны во время последующих арабских мятежей британского мандата. Им пришлось оставить эти места, но они не замедлили туда вернуться после того, как власть британского мандата была свержена, и решением Лиги наций и только что созданной организации ООН было, так сказать, вот установлено создание двух государств в этом регионе: еврейского государства Израиль и арабского государства Палестина. Надо сказать, что сектор Газы вот по этому разделу имел весьма такое выгодное положение, благодаря чему, собственно, и его сопротивление Израилю в постепенном захвате предполагаемых палестинских территорий было наиболее активным и наиболее последовательным. Дело в том, что в отличие от всех остальных палестинских территорий, которые постепенно, в особенности после шестидневной войны 1967 года, вот в отличие от всех остальных анклавов, здесь палестинцы имели внешние границы, то есть не граничили со всех сторон только исключительно с государством Израиль, как это сейчас наблюдается в отношении всех прочих палестинских территорий. Сектор Газы, может быть, правильнее все-таки говорить, с одной стороны, то есть свои южной части имеет сухопутную границу с Египтом. И это, конечно, являлось таким его значительным преимуществом и в отношении поддержки, возможной со стороны этого государства.
и в отношении, так сказать, развития какой-то торговли. С другой стороны, Газ, опять же, в отличие от решительно всех остальных палестинских территорий, обладает и достаточно протяженной, порядка 40 километров, береговой линией. Естественно, это в совокупности с древним и хорошо развитым до последнего времени портом Маюма, как такого уже района Газа, о котором мы уже с вами неоднократно упоминали, давало возможность также торговать и выстраивать какие-то отношения практически со всем миром, с любыми другими государствами. То есть было своего рода таким окном в окружающий мир для всей палестинской автономии. Понятно, что такое положение дел Израиль никак не устраивало, и вообще говоря, конечно, вот эта напряженность, она продолжала существовать, и потому что в этом анклаве до 2005 года сохранялось еврейское присутствие, существовали и еврейские поселения, и находились израильские войска, и потому что, собственно говоря, конечно, в вот этот вот анклав сектора Газы оказалось согнано, ну, огромное на самом деле по численности населения других мест и других регионов, которые вынуждены были переселиться сюда после войны, так называемой, за независимость 1947-49 годов, когда арабы попытались воспротивиться созданию государства Израиль и начали свою первую интифаду, первое свое восстание, начавшееся, кстати говоря, из Назарета и охватившее собой всю страну. И вот по результатам проигрыша в этой войне многие жители других мест земли обетованной, Палестины, вынуждены были поселиться в достаточно такой ощутимой тесноте и скученности вот на этом сравнительно небольшом участке побережья. Ну, совершенно для нас с вами понятно и очевидно, что эти люди не испытывали никаких теплых чувств государству Израиль, и поэтому вот такая идеологическая, религиозная, политическая напряженность сопровождала собою всю историю сектора Газа, начиная с 1947 года и по настоящее время. Там живет достаточно много людей, которые успели родиться, обзавестись собственными семьями в лагерях беженцев. Люди, которые, конечно, видели в Израиле своего главного врага, захватчика своих территорий. И вот именно это продолжало и продолжает выливаться извне, выливаться на территорию государства Израиль. И именно поэтому это сопровождается вот такими жестокостями, вот такой, конечно, совершенно какой-то самоубийственный, смертоубийственный направленностью, которое приобрело вот это вот движение «Хамас». В результате, в какой-то момент захватив власть над сектором Газа и заручившись поддержкой других, в том числе радикально достаточно по отношению к Израилю, настроенных мусульманских государств. Именно вот такое удачное положение Газа давало возможность и снабжать эту территорию оружием, и развивать ее в торговом отношении. Надо сказать, что Газа вот в своем экономическом развитии, состоянии, она являла разительный контраст с остальными палестинскими территориями. Уровень жизни здесь, несмотря на скученность и вот на вот те сложности, которые она вызывала, тем не менее был значительно выше, чем на других территориях палестинских. И в общем-то, и финансовые, и любые другие возможности были намного выше и лучше, что привело их к такой вот, с одной стороны, тесной и плотной застройке этого анклава, которая
фактически представляет из собой такую вот агломерацию сросшихся между собой нескольких городов. И в то же время, конечно, и качество этого строительства, его размах намного превышает то, что можно увидеть на других территориях Палестины. К сожалению, в этой беседе, которую сейчас мы проводим, я вынужден был отступить от того принципа, которого придерживался и вот при написании с моим соавтором Павлом Воробьевым вот этого путеводителя по Святой Земле, который называется «Святыни и древности Святой Земли», и всех остальных бесед, которые также мы проводим на эту тему. Этот принцип стоит в том, что я не пишу и не рассказываю о тех местах, в которых не был лично сам. В отношении Газы мне пришлось от этого правила отступить, поскольку, ну, надо сказать, мы сделали две попытки попасть на территорию сектора Газа с таким, ну, научным, исследовательским интересом исключительно, который только мы и преследовали, ну и помимо соображений христианского паломничества и желания прикоснуться к тем святыням, которые все-таки еще сохраняются на этой столь значимой, важной для христианской и в особенности монашеской истории православия земле, но это оказалось решительно невозможно. Мы пытались получить разрешение через Иерусалимский патриархат для того, чтобы попасть туда и ознакомиться с сектором Газы, но израильские власти, конечно, таких разрешений сейчас никому не дают. Под очень таким большим, в общем-то, давлением находится все население этого анклава, и даже священнослужители Иерусалимского патриархата проходят многочисленные проверки для того, чтобы получить разрешение на доступ к этим территориям, к своим прихожанам. Постоянно досматривается многочисленное количество раз их машины, на которых они туда проезжают, досматриваются все их личные вещи, сами личности священнослужителей многократно проверяются, прежде чем получить доступ и разрешение на посещение Газы. Поэтому вот с начала 2000-х годов попасть туда, ну, не представляется возможным абсолютно никак. Но, тем не менее, для того, чтобы вот как-то осветить историю этого очень важного участка Святой Земли, а тем более находящегося вот сейчас на слуху и вызывающего многие вопросы, мне пришлось отступить от этого правила и рассказать о том месте, где мне побывать не удалось. Тем не менее, надеюсь, что эта беседа была достаточно содержательной, подробной и ответила на какие-то вопросы, недоумения, которые могли возникнуть у наших зрителей, и в особенности разрушить тот стереотип, который сложился вокруг сектора Газа и который рисует ее исключительно как гнездо террористов. К сожалению, сейчас там, в секторе Газа, гибнут и православные, и иные христиане, представители других конфессий, но большая часть все-таки православных, гибнут, стираются с лица земли древние святыни, древние храмы, остатки древних монашеских обителей, которыми когда-то Газа была столь знаменита. Для современных израильтян это, может быть, является в их глазах какой-то справедливой местью и, более того, осуществлением древних библейских пророчеств об окончательном запустении и разрушении Газы, которую, надо сказать, и современное население этого анклава нередко ассоциирует само себя с древними филистимлянами, ну, поскольку взяло и имя палестинцев. Палестина, Плештим, происходит как раз-таки от вот этого древнего имени филистимляне, вот в
такой своеобразной уже исторической транскрипции, интерпретации этого названия. Но, тем не менее, это не умаляет тех утрат и тех, к сожалению, потерь, которые несет с разрушением Газы все человечество, а в особенности, конечно, мы, христиане, которые лишаются и самой памяти благодатного христианского присутствия на этой земле, хотя, конечно, мы по-христиански не можем не сочувствовать любым жертвам, которые гибнут в этой войне, и утратам, которые несут и мусульмане, и евреи, и иудеи, тем более среди которых достаточно много наших соотечественников. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы, конечно, этот страшный конфликт в какой-то момент уже остановился и продолжал, и прекратил лишать нас того нашего общего достояния, культурного достояния, в том числе религиозного достояния, которое сохраняется на этой древней и богатой в историческом и в любых других отношениях земле. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.